Итак, продолжаем играть. Это немного разбил окна, но ничего страшного. Так, тут нам сказали то, что можно сменить оружие. Угу. Я на эту крышу запаркурил. Сейчас покажу вот по этим трубам. Но потом я понял то, что можно было так и не напрягаться и зайти через дверь. Но все равно по-любому у нас внизу задание. Я надеюсь, теперь вам сейчас будет слышно все. Потому что я в той серии что-то как-то голос сделал на максимум, а игры вообще не было слышно. Теперь все должно быть нормально. Так вот. Миссия. Идем на миссию. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock, a true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Shepard Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pit's pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with you. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability to fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes. Piero is much an artist and a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Admiral. Go talk to him and then get some sleep. Havelock. We can talk more when you rest. Havelock, нормально. Так, тут, насколько я помню, тут можно лутаться. Ой, случайно. Просто еще не привык к управлению. Так, скушал что-нибудь, но у меня жизни полная, так что нормально. Еще еда. Вот что. А. Типа деньги. Че вы это все? Ну. Ладно, с последнего сохранения. Как вы думаете, где? Ага, все нормально. Значит, тут все свободно. Тут можно убить кого захочешь. Это вам не новая игра. Так, вот я вам про что говорил. Там ходячие мертвецы, можно сказать. Так, ладно, пошли. Ага. Ну, это хорошо, это у нас будет типа магазин. Вот для чего пригодились там те деньги, которые мы собирали. Почему? Ему сейчас надо будет принести бочку. Возьму болты. Подожди. Да, у меня все на нуле. Кроме зажигательных или нет. Ладно, не важно. Что есть? Так, это, конечно, все интересно, но это долго будет читать. А, такие штуки, они... Так, в смысле? Ага, вот как. Так, эти штуки, они очень хорошо взрываются, если у них стрельнуть с огнестрельного. Или не только. Ага, значит, даже ничего не надо нажимать и взаимодействовать. Ага, вот я вижу сзади него, кажется, какой-то чертеж. Ага, вот маска, которую мы оденем, и у нее будут линзы. Все, шикарно. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Как-то кажется, изменилась картинка после этого. Tell me what I can make. По
посмотрим. Это как в этом, в Ведьмаке третьем. То же самое. Так, приобрести. Сейчас на максимуме. Усыпляющие, да, очень хорошо идут. Что? Это все? Нужно 600. Чё так мало-то? Отдохните. Я думаю, многие играли в Дишонер. Дишонер это. Да, справа. Sleep well. И чё, я типа уже всё? Ну, ладно. Ага, всё, я типа уже лёг спать, уже проснулся. Тут всё так загадочно. Так, ладно, забетонировано. О, что-то не так. Послание от чужого. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world, great forces that we call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Come find me. Так. Угу. Так, все ясно. Ага. Да, и все, вспомнил управление, значит так, потом... Тут немного сложное управление надо. Нажимаешь право, нажимаешь лево, отпускаешь право. И еще это. Да, не факт, то, что именно правда. О, да точно. Ты не спасешь ее, ты не спасешь ее. Ты не спасешь ее. О, нормально. Все. Потом. Так, аккуратно. Угу. Какого он это окружно? Мне нормально. А, там что-то... Там что-то... Там как-то можно было взаимодействовать, кажется, нет? Нет? Ладно. Ладно, пойдем. Пошли дальше. Светится. Ага, выпить зелье, вон там все показано. И как раз новое у меня есть. А вот и, кстати... Тот пацан, который типа охрана, который еще потом косил. Угу, значит, это, скорее всего, он замешан тоже. То есть вот со всех инжастисах скорпионов. Так, ладно, пошли дальше. Там еще какой-то человек. Такой кто? Ага. Да, башенки есть такие в игре. Ага, да. Это нет, нельзя взять. Я думал, какой-то эликсир. Так, больше нам у нас ничего нет. Хорошо, мы бежали по лестнице. Я знаю то, что в конце она обрывается. Ну, конечно. Вован паркурист. Так, все, я дошел. In the days that follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world, and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this, the heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another rune.
Ага. Вот, с помощью этих лун можно прокачиваться. Так, стоять. Да, поняли, поняли, поняли. Так, берем еще один эликсир. Так, он у нас на Т. Ага, этим все можно управлять. Хорошо. А там что за будка? Сейчас, наверное... Это какая-то пасхалка или нет? Нет, тут просто... Для тех, кто, может быть, это увидит, поймет. А за это нет? Ничего. Ну, жалко. Потому что это будет сверхъестественное. Типа, допустим, какой-то меч, оружие. Ну, нет. Ладно. Так, тут у нас паркур. Тут даже можно без... Это все магии. О, я думаю, подо мной это проломилось. Боски. Это уже какой-то Subway Surf. Как по мне. А, чё? А, всё. Ясно, кажется. А, как выброс. А, всё. Ясно. Хорошо то, что нам тут даются эликсиры. Ну вот так можно сложить. Закрыть. Тоже надо. Ага, вот она руна. Так, ясно, вот о чем он тоже опять говорил, умение. Так, перенос, вселение. Ага, позволяет на короткое время вселяться в животных. Изгиб времени надолго. Угу. Вот времени замедляет. Ну, они так крысы бегут. Дальше темно. Ага, все. Получается, тут у нас нет выбора, да? Ага, да. А то я сейчас смотрю, смотрю. Окей. Угу. Мы могли прокачать звучит, ну ладно. Он просто думал две руны. Точнее, две прокачки. As it has to the others before you. And now I return you to your world. But know that I will be watching with great interest. Так, послание от чужого мы прошли. Так, загрузка тут, конечно, быстрая. А, все, петухи закукарекали. А татуировка наша осталась на небе. Хорошо. Ага, вот они. Точно, ровно вспомнил. Денежки. Потом. Кошелечек еще руна. Не руна эти. Забыл, как он называется, ладно. Так, это... Ага! Странная фигурка. Потом, наверное, все можно будет продать. Ага, еще. Да, это костяной амулет. Странная фигурка. Хорошо то, что места в инвентаре не занимает так много. Там нет типа веса. Это хорошо. Так, он всегда с мечом. Так, там что-то разговаривает. Let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes, good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hands.
It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal. Because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical. That's the gist of it. Remember our cause and strike through. Короче, ладно, прошелся, потелепортировался, так сказать, и сбежал из тюрьмы. Все, в подвиге. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. Что читаешь? It'd be good to have him back here at the Halfords. What in the blazes was that? Ага, обратно к Самуэлю. Он нас опять куда-то отвезет. И потом. Так. Вкусняшки все поели. Наверху тоже. Тоже есть много чего интересного. Так, денежка. 10 штучек. То, что надо. Так, мне бы сейчас найти магазин, так сказать. И сюда. Как так-то? А, вот. Вот, точно. Так, я хотел посмотреть, что за GTA... Ага, звездная карта. Хорошо, 75. Уже продал моментально. Соски. Можно использовать. Это что, типа прикол? Или все же может как-то с ним взаимодействовать, с какими-то предметами и с ними закручиваться обратно. Блюро. Вместо обратно. Лур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 
Мы все высадились. Так, травы. Все это я взял. Что бы ты сделал так? Ой, что-то мне. Ладно, смотри, смотри, как я умею. Оп! Как это случилось? Чем я могу помочь? Ага, в улучшениях и новых снаряжениях. Хорошая тема. О, 2018 монет. Это хорошо. Денежки всегда нужны. Да, у нас реальность. Ну, пока что арбалет можно прокачать, да? Перезарядка пока не нужна. Так. Болты пока что не нужны, гранаты не. Хотя, давайте улучшим. Так, дальше. Пульки бы прокупить. Потом. О, руны. Не, лучше найду. Клейка. Угу. Ну, ладно. Хорошо то, что... Угу, 20 из 20. Так, хорошо то, что я... Хорошо то, что у меня много денег. И я купил себе улучшалку. Запас. Давай приобретем. Раз есть такая возможность. Перезарядка. А чё, давай. Ну все, больше ни на что денег нет. Так, костяные амулеты. Так, стоп. Инджи. Ага, амулеты. Значит, убийство. Падение. А чё, давай. Дальше. Нет, не надо. Это тоже. Так, стекло бьет тише. Зачем? Хотя, давайте. Ага, белых крыс. Крыс. Огненная вода. Бутылки виски сильнее взрываются. Больше побед поединки. А, ну это все. Считают осколков. Меньше вреда. О, нормально. Друг белой крысы. Ага, тоже хорошо. Тоже хорошо. И... А чё? Ну, это пока что всё не надо. Ну, всё нормально. Так. Чё? Какой...
Где вы видите пустой бак? Не ожидал. Так, ладно. Прыгаем. Так, побежали к Самуэлю. Что он нам скажет? Управляемся, вы только скажите. Да, отвези меня. Отвези. Поехали. Поехали. Куда-то туда, где мне надо убивать. Я думал, уже на нашем персонаже одета шапка ушанка. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. And there are the real odd birds living on the fringes, like the green flags. They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take it there. Это миссия там, где, я думаю, надо все по-тихому сделать. Так, штучки из крыс пока не надо. Получается, что у меня есть два амулета. Один друг белой крысы, то, что они тебя не трогают. А второе, то, что... Второе, то, что ты их можешь есть. Так, нет. Нет. Болты. Что это? Эй, что это? Что это? А ладно. Прям голову. Нет, нет. Или там головы кричат, кричат. О! Слоу-моушен. Король слоу-моушена. Да, ладно. Ага, вон он такой. Оп, все. Трофей. Еще. Нормально, деньги всегда нужны в этой игре. Че? Attention, Dunwall citizen. Ага. Following direct contact with an infected or weakened individual, you are required to remain in isolation for 2 continuous days. If signs of infection occur, report for transport to the flood. Значит, пацан испугался, такой, не. Attention, Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable. Стена света. Стена света. Стена пойма света. Это, конечно, несколько болтов пришлось. Садись, ничего. Оп, оп. Эл, легко. Вон, крыски носи жрать. Оп. Как? Вон, будто крысы-мутанты. Крысы-ниндзя. Так, где та башня? Так, ладно. Про что я говорил, взрывается. Так, все прошло. Да. Так, у нас осталось 7 болтов. Оп. С легкостью. Там мне еще в запасе есть. Как они все отлетают. Но это, конечно, плохо, то, что рукопашку не захотел.
Еще взять трофеи. Ага, арбалетный болт. Ну, уже хоть что-то еще. Ага, значит, сейчас все буду подбирать. Так. Нет, это у нас космост. О, вообще без башки. Я не представляю, как можно арбалетным болтом. Ха-ха, один просто убежал. И все, и нету. А, в жопу какой-то, ладно. Идем обратно. Л, легко. Опять же. Так. Ну, что-то жутко. Значит, это не к добру. Огненные... это чё? Вопрос, что за стрелы? Они... ага. Чё? В чём подход? Ха. А, всё, понял. Я просто уже привык, то что я выбираю оружие, дальше стреляю на левую кнопку. А там пропал, братишка. Ага, вот так. I owe you, brother. I won't ask about the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Ага, вот, well, все, значит, мы его спасли. И мы теперь можем покупать всякие разные вещи у него. Причем, наверное, по скидке. Угу. А тут можно полутаться. Так, покушать. Покушать — это самое важное. Так, тут нечего. Ну, это пока что, думаю, не надо трогать. Может, потом все же как-нибудь вернусь. Пригодится. Так, огненные. Мне помогут. Я, причем, самое главное, зажимаю правую кнопку. И он меня начинает без остановки отстреливать. Я не понимаю, в чем прикол, думаю, то что. Так, вот я не знаю, что с ним делать. Это, ну, ладно, неважно. Неважно, кто это. Так, опять паркур. Паркурим. Говорит. Танта. Is that you, my dear husband? Oh, my eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? Oh, the dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Ah, well, they'll go away again if they know what's good for them. But what a bother.
Use the key to the front door lock. Ага. You'll see to those ruffians, won't you? Это хорошо, спасибо. Так, ну вот ключик я уже открыла. Чего ключ? Так, ладно, Рома. Теперь можем прокачаться. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Так, ладно. Берем обратно свое оружие. I think the little birdies are sad today. Ну, это понятно. Так, мы оказались опять же в начале. Так, надеюсь, они заново не зареспавнились. Так, на всякий случай возьму оружие. На всякий. Ладно, я думаю. Да, на площадь. Канцелярия Верховного Смотрителя. Нормально. Так, вопрос, почему я стреляю усыпляющими? Corvo. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. Его можно убить, но не стоит. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void, I'll buy you 100 drinks. А его можно было бы не освобождать. Но мы добрые, поэтому мы его освободили. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kerner, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pit's car. Martin, if I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. Так тут закрыто, да? Угу. Так, нет? Нет, вижу. А, вот. А то я все свои телепортающие. Протелепортировался в тот раз. Have you ever seen the risk? That might be worth checking on. Here you are! Ого! Модный такой, в маске. Брат, брат, ты братишка. Так, так, ага. О, граната. Граната — это хорошо. Так, целебный эликсир. What was that? Кто это?
хорошо, но зачем это все брать в руки? О! Нормально. Так, их там, кажется, было немного больше. Ничего. И нет. Ой. Надеюсь, я никого не разбудил. Потому что... Так, ладно, идем дальше. Кто это мог быть? Кто это? Кто это? Интересно, вот эта вот гранатка. Ага, гранатка. Самое главное, что она не взорвалась в кармане. Потому что тогда будет это совсем другая история. Взял первый пистолет. Жесть. Все дерьмо, в том, то, что он меня не отличил. Нормально, сначала идем в комнату, после чего обратно. По-моему, обратно идем. Или что? Можно открыть, нет? Ладно, тогда телепортируемся. Так, мне кажется, жизнь немного восстановлюсь. Так, гранатка. Телепортация. Самое главное сейчас случайно не умереть. Потому что тогда это будет фейл. Чё? В смысле? Да? Мне кажется, мы идем обратно, не так ли?
О, обратно приедем. Зачем?